Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. Ну а сейчас давайте сделаем такой расклад на Фестового Короля. Пауза или конец у вас? Пауза или конец отношениям вашим? Расклад подойдет для тех, кто расстался, кто на паузе, ну и кто в ссоре. Давайте сделаем диагностику и посмотрим, что было у Престола Короля с вами в прошлом, сейчас и что будет в скором будущем. Что было, что есть и что будет в скором будущем, посмотрим. Пауза или конец отношения. Так, девочки, король находится в будущем. В будущем он думает быть с вами. Он будет любить вас в будущем, подарки будет дарить. В будущем он надеется на вас. Встречи, свидания будут. Здесь пауза у вас, никакого конца я не вижу, между вами бубновая дама еще будет вмешиваться со своей любовью, будет общаться с Крестовым Королем, но Крестовый Король выберет вас, он любит вас. Так, в будущем, из-за того, что бубновая дама будет с желанием идти к Крестовому Королю, с надеждой, да, вы не захотите в какой-то момент его видеть, Крестового Короля. Сейчас у него тоже пауза, пауза в отношениях с бубновой дамой тоже. Сейчас он не встречается ни с вами, ни с бубновой дамой. С ней тоже пауза, не хочет он с ней тоже быть, надежды нету. Думает он о вас, думает, что вы обижены и не хотите интересоваться им. Ну и а он с бубновой дамой тоже не хочет. Здесь он не разочаровался, не хочет. Переживает и боится за вас, за вашу любовь. В прошлом что тут было? В прошлом здесь он новую даму тоже сделал. Пусто, хлопоты, было интересно, потом пусто сделал. Какой-то момент злился, обижался на вас. Здесь вполне возможно было магическое действие от новой дамы. Поэтому, наверное, вы и на паузе сейчас находитесь. В прошлом он интересовался и вами, и новая дама тоже. Общение с ней тоже у него было. Но потом поругались очень сильно. И он очень злился на вас. И новую сделал пустое, и на вас злость, обида тоже была. Ну, здесь магия была 100%. Здесь новая дама давно делала вот такие движения, чтобы вы поругались, поссорились, и чтобы у него не было желания встречаться на свидание к вам ходить, чтобы он злился. Ну, хоть она и замагичила, но вас она рассорила, а вот с ней тоже он расстался. И сейчас тоже с ней общения нету с новой дамой. Так, но в будущем он думает о вас, вот, с надеждой, с любовью, с подарком придет. Переживает за вас, переживает. В будущем сразу червовая дама не захочет встречи, но потом она тоже поймет, что он любит вас, и все-таки вы будете вместе. Ну, по диагностике как-то вот так. Сейчас будем делать расклад. Посмотрим, что нам покажут карты. Чуть подвинем еще, чтобы карты хорошо было видно. Так, сегодня на всю колоду буду делать. Посмотрим, пауза или конец отношениям. Что он думает в голове, в мыслях, что он думает, ваш Крестовый Король, посмотрим. Всю колоду плохо помещается, но все-таки сделаю так.
Поставим. Так, смотрите, мужчина, ваш мужчина, чей король пришел, не знаем, расклад общий, девочки. Вы у меня червовая дама, ваш мужчина крестовый король, а бубновая дама будет ваша соперница. Здесь я вижу, что мужчина давно знает вас и считает вас очень благородной дамой и любит вас, смотрите. Но тут между вами появилась бубновая дама, да, вот. И после этой дамы у вас как бы начались какие-то удары, какие-то неприятности. Так. Но все равно я вижу, что он хочет хлопотать к вам в скором времени. Он как бы хочет написать или позвонить, но потом опять делает это все на пустое, ставит. Пока еще воздерживается. Сейчас прямо сразу не будет звонить, хотя он об этом думает. Здесь бубновой дамой у него нету ни интереса, ни любви. Хочет с ней вот расстаться. У них все как бы рушится и все идет на пустое. На пороге прямо интересуется вами. Не идет ли к вам какой-нибудь другой мужчина, да, он интересуется. Так, в прошлом что было? В прошлом он какой-то удар получил при общении с вами, при разговоре, при встрече получил большой удар. Какой-то разговор был у вас, получил удар. Так, был неприятный разговор. Здесь между вами было вот магические действия, как показала в диагностике в прошлом. Здесь вот новая дама сделала магию между вами. А так он надеялся, он интересовался вами. Но потом что-то не так пошло. Что-то разговоры пошли и злость. Так. В недавнем прошлом здесь он понял, что тут бубновая дама обманывает его. Но у него какие-то чувства к ней появились из-за магии. Вот. Тут бубновая дама что-то сделала, чтобы он хлопотал, интересовался к бубновой даме. А так на сердце, смотрите, на сердце червовая дама, хочет он с ней... Хочет он встречи с червовой дамой, вот его свидание, его желание. У него есть большое желание все-таки видеть вас. Так, это был первый расклад, что было и что есть. Сейчас будем смотреть второй расклад, что будет в скором времени. Так, пауза или конец вашим отношениям, девочки. Можете себя загадывать червовой дамой, вспомнить вашего мужчину, что между вами было всего хорошего, теплого, нежного. Не постоянно думать о плохом, надо вспоминать и хорошее. Поэтому чем больше думаешь о хорошем, так и возвращается хорошее. Так. Второй расклад смотрим, что будет в скором времени, в будущем. Ну, где-то через недельку, так вот, посмотрим, что же будет через неделю с вами, вот. Что изменится. Так, вот так мы сделаем. Спустимся вниз, чтобы карты лучше было видно. Так, девочки, в скором времени он хочет, опять-таки хочет позвонить вам, но он думает, что вы разлюбили его, что вы очень холодны к нему, поэтому опять стоит на месте, опять никаких движений делать не будет, опять-таки. Так, ему тоже печально, плохо. Что встречи нету, он очень переживает, что он даже боится, что вы расстанетесь. Так. Ну, здесь есть по магии интерес к новой даме, девочки, смотрите. Хоть он и не хочет, хоть она не нравится, эта новая дама, да, вот, но все-таки, хоть и не хочет он идти к ней, да, вот дороги перевернутые, хоть он и не хочет идти, но все равно он... Идет к этой даме, по магии идет.
Здесь вот даже вот магия, новая дама сделала магию, чтобы он шел, общался, разговаривал, надеялся, любил новую даму девочки. Вот так вот. Да, она конкретно стоит между вами, вот, не дает интересоваться вами, хлопотать вами. Хочет хлопотать, но она приходит и срывает его действия в вашу сторону. И это ему тоже не нравится, это злит его, что он не может поинтересоваться вами нормально, потому что новая дама постоянно часто приходит на свидание к нему. Так, далее. Есть желание, есть интерес к вам пообщаться, поговорить. Но, видите, новая дама хлопочет к нему и не получается. И вот теперь я вижу, что он уже от нее устал, ему надоело вот это все, ее хлопоты, общение. И здесь он хочет с ней поругаться. Очень сильная ссора будет здесь. Вообще, мужчина очень считает вас благородной дамой. Даже у него серьезные намерения к вам есть. Но из-за этой бубновой дамы вся у него как бы разрушилась жизнь в вашу сторону. Да? Даже чувства стали холодные. По магии чувства к вам холодные, а к бубновой даме его ноги идут к ней. Хотя душа не лежит, но ноги идут. На сердце, смотрите, как он страдает, выпивает. Он хочет хлопотать к вам. Он не знает про вашу жизнь ничего и хочет хлопотать к вам. И выпивает. От нервов, от злости выпивает, девочки. Здесь я вижу, что он хочет к вам в скором времени появиться. Новая дама мешает, и он хочет с ней конкретно поругаться. Надоела уже она ему, что она вот вмешивается между вами. Так. Так, сейчас теперь посмотрим, что будет попозже, там где-то через месяц, да, плюс-минус. Это раньше и произойдет, но просто грубо говорю, через месяц, что будет между вами. Пауза или конец. Ну, я вижу, что он хочет, рвется к вам, но пока не получается из-за новой дамы. Так, посмотрим. Мужчина очень скучает, страдает. Посмотрим третий расклад, что будет чуть попозже. Здесь эта бубновая дама, хотя уже он ей и не верит, уже он нормально не хочет с ней не общаться, ничего, уже надоело, да, уже настроения нету к бубновой даме. Но она сама приходит с надеждой к нему. Хлопотать к ней он уже не хочет. Он уже хочет поставить точку бубновой даме. Уже нету ни желания, ни настроения, ничего нету к ней. Здесь я вижу, что он уже думает, что он очень сильно увлекся бубновой дамой, и он любит вас, да, и он очень боится потерять вас, и будет здесь с любовью, придет, чуть погодя, попозже, но вы будете холодно его встречать. С бубновой дамой все разрушается уже, уже разрушилось, он не хочет его видеть, здесь крупный скандал, пустота. Любви нету, все прошло. Видимо, магия уходит, кто-то почистит, наверное. Новая дама, что сделала, уже все уходит прошлое. И здесь он делает ее пусто. Ему уже с ней не интересно. Вот так вот, девочки. Хочет он хлопотать к вам. Хочет, чтобы в его жизни были вы. Злится. Злится, что он вас оставил и какое-то долгое время провел с новой дамой. Да? Теперь он злится, что много времени потратил на нее и деньги тоже потратил. Так, девочки, далее. Хочет в скором времени вас увидеть, быстро-быстро хочет к вам прийти, боится из-за новой дамы, что он туда ходил, хлопотал, вас оставил без внимания. А к ней долго ходил, теперь боится. Так, смотрите, здесь
Здесь дубновая дама все-таки будет к нему обращаться, да, ходить. Но он любит червовую даму. Он надеется на червовую даму, девочки. Он любит ее. Здесь может проиграться так еще по-другому, да, что у бубновой дамы уже есть на примете мужчина, который ей нравится, девочки. Тут бубновая дама быстро находит себе замену, поэтому у нее уже есть другой мужчина, которого она уже на примете имеет. Как он уже с ней хочет расстаться, так она быстро уже находит замену Христовому королю. Так, девчонки, ну давайте еще один расклад сделаем и посмотрим все-таки, что у вас там будет. Ну, я вижу, что примирение будет, это пауза была, не конец, конечно. И сейчас еще один расклад сделаем, контрольный, да, посмотрим, все-таки он с вами останется или что тут будет, посмотрим. Да, он хочет к вам идти, он придет при поздней дорожке, он идет к вам, к вашей жизни, к вашему дому, как говорится. Так, здесь дубновая дама еще будет проявляться, он будет злиться. Злиться будет. Здесь дубновая будет звонить девочке, что она его любит, да, вот. Опять, видите, она между вами хочет. Она опять-таки между вами хочет стать. Так, червовую даму считают очень благородной дамой. Здесь карта брака вышла, он хочет с ней быть. Она знает, что червовая дама очень честная, порядочная девушка, и у него есть желание к ней. Бубновая дама опять появит себя, опять у них будет крупный скандал, очень сильно крупный скандал будет, что она от него не отстает. Здесь, видите, пять пики вверх, это очень крупная ссора. Будет крупная ссора с бубновой дамой. Так, и он очень скучает, он очень переживает и надеется на червовую даму, что в его жизни она должна быть, но не бубновая. Так, здесь он очень боится, вдруг к червовой даме какой-то мужчина придет, пока он там возится с бубновой дамой, да, боится очень. Ну, здесь, видите, будет разговор неприятный. Будет у него разочарование к бубновой даме, хлопотать тоже не хочет, хочет поставить точку, хочет закрыть отношения. И любит он червовую даму, и будет хлопотать червовой даме, девочки, с любовью. Так, смотрим далее. Очень переживает, что все его старания, хлопоты будут пусты к червовой даме, но дама тоже любит все-таки, видите, ее любовь стоит в ровном месте. Она любит, но она просто, наверное, хочет проучить, будет холодно к нему относиться. При встрече она будет холодная. Ну и здесь бубновая дама еще с разговором придет к нему, но он скажет, что у них все закончилось, что у них все разрушилось, уже нету никаких желание говорить, интересоваться бубновой дамой. О, тут такая крупная ссора будет. Он расстанется с бубновой дамой. Ссора будет, расстанется. Хоть и расстается, очень наглая дама. Смотрите, она еще хочет... Он от нее отворачивается, она опять говорит, что она любит его, да, вот. Ну, эта дама новая, много крови выпьет у Христового короля, но он с ней не будет, они расстаются. И он хочет с черговой дамой быть вместе. Опять точно так же вышло. Ну, тут понятно, что тут пауза, а не конец отношения. Бубновая дама будет проявляться неожиданно, да, вот. Она очень наглая, и постоянно она будет говорить, что она любит его и хочет быть. Но он хлопотать к ней не будет, и никаких надежд на бубновую даму здесь нету. Видите, его хлопоты сам к себе поворачивает, хлопоты действия. А бубновая дама, она сама побегает, побегает, и ничего не получится, и
интересоваться особо больше уже и не будет. Ну, вот такой расклад, девочки. У кого такая ситуация, можете обратиться. Кому нужны расклады, можете написать мне на WhatsApp, Viber, Telegram. Кому нужны чистки, тоже можете обратиться. Ну, вот так, вот такой расклад. У кого такая ситуация, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, и не забудьте подписать на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ну все, девчонки, всем удачи, всем любви, всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики, всем до свидания.